Во Владивостокском цирке с успехом заканчиваются гастроли грандиозного циркового представления «Шоу воды, огня и света». Это совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского цирка «Никулина» на Цветном бульваре. На арене парад лучших мастеров циркового искусства страны под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Привезли вам действительно уникальную программу. Это, можно сказать, золотой фонд российского цирка. Что не номер, то обладатель тех или иных мировых наград. Волшебство цирка, которое завораживает. Каждое выступление уникально по-своему, но во всех есть чудеса современной иллюзии. В программе используются самые новые технологии звукового и светового сопровождения. Вот под куполом уже парят воздушные гимнасты, а на манеже выступают экзотические животные и веселые клоуны. Публика вообще как дома, на самом деле. Давно здесь не были, впечатления такие остались. Со старой вот поездки еще как-то так шатковал. Сейчас просто на удивление, как будто народ поменялся, народ раскрепостился, взрывной такой стал. Очень приятно. Вторая часть программы – это магия. Выступления иллюзионистов. Представители семейной цирковой династии в четвертом поколении Алексей и Анатолий Сокол удивляют и восхищают своим номером с цепями и водой и освобождением от оков в считанные минуты. Сложно удивить зрителя, но я считаю, что искусство наше, оно живое, и оно будет все равно брать и со временем только больше цениться за счет того, что это как раз-таки не голограммы, не что-то такое техническое, не машинерия, а вот живые люди, живые артисты, которые трудятся, чтобы потом показывать шоу. Приморские зрители еще могут успеть попасть на удивительное представление. Шоу «Воды, огня и света» – это результат смелой фантазии, колоссального труда, преданности профессии и искренней любви к искусству цирка. До конца гастролей осталось всего два представления. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.